Добрый день, дорогие друзья! Сегодня первый взгляд на Sony Walkman A845. Вот так выглядит упаковка. Мало чем отличается от других моделей. Вот разве что у X-а она выглядит немножко по-другому. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Напомню, что этот плеер стоит в рознице у нас около 12 тысяч рублей. То есть, в принципе, можно ожидать чего-то этакого в комплекте. Собственно, сам плеер в блистере очень неудобном. Какой длинный, большой, достаточно такой приятно выглядит, что в комплекте. Кабель. Раз. Кабель 2. Так. Собственно говоря, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Собственно, обычный кабель под VM-порт. Насадки на наушники. Адаптер для самолета, адаптер для док-станции. А вот этот кабель нужен для подключения к любой технике с линейным выходом. То есть 3,5 мм берем, подключаем машину или еще куда-нибудь. Так, это нам не надо. Наушники. Наушники. Выглядят они вот так. Давайте мы тут все размотаем хорошенько. Кошка, хватит играть с кабелем. На, вот поиграй вот с этим. Наушники. Это у нас, соответственно, по-моему, 700-я модель. Сейчас ее продают с большими скидками. Изначально она стоила более 10 тысяч рублей. Сейчас можно найти тысяч за 5, за 6. Ну, неплохие, ранее я их уже пробовал. Ну, теперь, собственно, сам плеер. Давайте мы отлепим вот эту вот штуку. Дисплей 2,8 дюйма, соответственно. LED. Это приятно. Собран хорошо. Металл. Здесь вот у нас, соответственно, клавиши блокировки. Кнопки регулировки громкости. Раздельная, сверху пусто, паз для крепления ремешка, разъем 3,5 мм, VM-порт. Так, ну вот, соответственно, включили. Этот блок снова похож на Микки Мауса. Плеер, я так понимаю, разряжен еще ко всему. А, нет, не разряжен. Просто надо разблокировать. Так, ну, собственно, традиционное для плееров меню. Можно видео посмотреть, наверное. Можно. Динамиков нет. Изображение смотрится, кстати, очень даже хорошо. Красиво тогда, красиво. Материалы неплохие к корпусу. Так. Ну окей. Видео смотреть можно. Пункт меню пришел сюда из серии X. Шумоподавление, включение, выключение. Плюс режимы. Шумодава. Музыка. В плеерах Sony всегда есть композиции для того, чтобы вы при покупке могли послушать, оценить качество звучания, посмотреть, как выглядят здесь обложки. Сверху есть пояс по буквам. Это удобно. Так, фильтр у нас, соответственно, все песни, альбом, артист, жанр, код выпуска, плейлисты, поиск по папкам. Ну, вот сейчас в папке, соответственно,
вот такой набор композиций. Фотографии. Фотографии смотрятся неплохо. То есть сперва показывается миниатюра, затем уже открывается фотография. Так. Настройки. Музыкальное видео, фото, FM. Так, радио, соответственно. Сейчас мы проверим радио, есть ли запись. А записи с радио нет. Записи с радио нет. Так, это подкасты. Можно загружать сюда с помощью комплектного ПО. А в меню плеера можно сразу же установить режим воспроизведения. Что это такое, не знаю. Посмотрим. Эквалайзер. Давайте поставим. Ну, честно говоря, конечно, ожидаешь чего-то большего от модели за такие деньги. То есть оно все приятно. И тонкий достаточно, ты при этом довольно большой дисплей, но сравнивать это будут с iPod Nano последнего поколения, вот там возможности, конечно, несоизмеримо выше, хотя качество звука, думаю, у Sony на порядок лучше. Вот. Но в наше время важен еще и функционал. Здесь никаких камер нет, естественно. Всяких других приятных вещей. Меню такое достаточно. Ну, просто плеер и все. То есть ни заметок, ни игр, никаких ни виджетов, ничего. Вещь для любителей Walkman. До сих пор тратящих деньги на любимую технику. Вот. Ну и смешно довольно-таки смотрится вот этот вот Микки Маус, конечно. Столь дорогой модели. Буду писать обзор, посмотрим, какие будут окончательные выводы. В целом все это приятно, но, конечно, не с 12 тысяч.